Весной этого года некоторым малоимущим многодетным семьям пришли письма из службы соцзащиты с просьбой вернуть выплаченные на детей пособия за предыдущие несколько лет. Оказалось, что получение материнского капитала им засчитали за доход. Из-за этого многодетных малоимущих матерей стали лишать не только денежных пособий, но и молока, горячего питания в школах и вещевой помощи. Ну, нам позвонили с социальной службы, да, и сказали, что так как материнский капитал, он у вас является доходом, вот, а вы на этот момент получили уже пособие, вот, тогда, получается, вы нам должны как бы 70 тысяч. И эти 70 тысяч либо вы нам платите сами, или мы можем с вас высчитывать. Но мы согласились на это. Глава Карелии Александр Худиланин лично вмешался в ситуацию и порекомендовал депутатам разработать и принять соответствующую поправку в республиканский закон о социальной поддержке граждан, имеющих детей, что и было сегодня сделано. Теперь региональный материнский капитал не будет учитываться в совокупном доходе семьи. То же относится и к федеральной выплате. Вот мы всегда ругаем нашу исполнительную власть. Я бы хотел вот несколько слов сказать, что такого оперативного вмешательства в решение социальных законов я не видел никогда. Накануне министр социальной защиты Ольга Соколова встретилась с многодетными мамами, выслушала их проблемы и пообещала лично разобраться с каждой из них. А сотрудники социальных служб в ближайшее время будут озабочены тем, как вернуть деньги семьям, которые в добровольном порядке начали возвращать выплаченные когда-то пособия.